Друзья, всем привет! Сегодня мы на автовокзале в Симферополе. Вот так вот он выглядит. Там у нас получается за спиной у меня эти платформы. И есть такая информация, что этот вокзал будут переносить в аэропорт. Типа центральный автовокзал будет находиться в аэропорту. Ну, в центральном аэропорту. И у меня так сразу задался такой, закрался немой вопрос. Знаете, ну как, так как это автовокзал, при нем должна быть гостиница, да, когда люди приезжают с автобуса, если это ночью там. Ну или надо ждать какое-то время, надо где-то провести время. И здесь построили вот такую вот гостиницу для этого всего. Тоже, ну, не знаю, кому как, по симферопольским меркам это довольно большая гостиница. И вот интересно получается, если автовокзал отсюда перенесут, вот там, видите, вдалеке там диспетчерские, там туалеты, ну все, вот это, он, такой он довольно, ну как, он небольшой, но есть, в общем. И если его отсюда перенесут, интересно, зачем тогда строили эту гостиницу? Так, ну а мы пойдем, на автовокзале мы сегодня, потому что у нас тут рядом налоговая, и Лешек пошел сдавать отчеты налоговые. Ну, а я с ним за компанию, типа, проехаться. Так что пойдем сейчас еще в налоговую зайдем. Блин, надо его снять. Да, ребятки, вот такая лажа, пришли мы в налоговую, вот Лешек. Я уже то же самое сказал. Пришел в налоговую, а тут, получается, они по пятницам работают до 16:45, и мы ни хрена не успели. Ну, устают они принимать. Да. От таких, как мы, придурков документов. Но зато завтра работают. Но если завтра нормальные люди, как раз отдыхают. А они завтра работают. Дело в том, что вот, видите, как она все выглядит, это? Надо расписание заснять, чтобы я уже потом... Вот так вот все это выглядит. Ну да. Так что налоговую нам посмотреть не удастся сегодня. Все, валим домой. Да, поэтому мы будем добираться домой. Стрима сегодня не будет, ребятки. Стрим будет на следующей неделе в пятницу. Что еще хотела сказать? Завтра мы обязательно куда-нибудь выберемся и что-нибудь вам покажем, поснимаем. Так что, думаю, будет интересно. Ребятки, встретили Папаню. И нам сильно повезло, Папаня нас довезет до дома. Ребята, гостиница Москва. Это типа самая модная в Симферополе считается. Ребята, вот здесь вот сделали дорогу, прошли дожди, морозы там, я не знаю, вот никаких проблем. Дорожка ровненькая, идеальная просто. Слышь, я не знаю, почему в остальных местах она полопалась везде, но вот везде, вот здесь вот отличная дорога, видите? Вот, я же вот. Значит, могут, когда хотят, понимаете? Ну, отличная, идеальная просто дорога. Хотя Севастопольскую всю уже начали делать, вся уже она в латке, уже везде там повыдалбливали, уже начинают закатывать там потихоньку. Так что ее всю поправят, оказывается. Хотя обещали ее полностью переделывать, но пока нет. It's alright, it's a wild ride, taking me high, put me on fire. Ребятки, а вот там вот мы делали субботник, устраивали. А вы там делали? Но его не видно, там все заставлено сейчас машинами. Но вроде выглядит немножко чище, чем было то, что видно кусочек. Ну, будем надеяться, что мы показали хороший пример и никто не будет там мусорить. Короче, потом вторая тетка пришла. Папаня, Лешек вот и симферопольские дворы. Покажи, мы так редко ходим здесь. Вместе особенно. Каждый день два раза. Да, мы тут как бы. Мертвые полицейские. Здесь все это лед, прикинь. Лед. Да? Натуральный лед. У нас вообще, ребята, дубарька, латун такой, что охренеть, минус 5. Вообще. Это не важно. Холодно. Короче, да, жесть. Вот видите. А детишкам как бы все равно, они вот ходят все равно вот у нас вот и гуляют. Да,
Вот такие у нас дворы. Ужасно. Здорово. Зато вот площадочка оборудована детская, и баскетбольное колечко есть, и куча всяких... Это вот недавно сделали хорошую площадочку вот эту вот. Да, и вон всякие домики, ну, в общем, понаделали. Нормально. Раньше вообще убого было, а сейчас хоть радостных детских штук понаставили. И уже хорошо. Так, как я говорил, стрима сегодня не будет, стрим на следующей неделе в пятницу. Ну, а на этом, короче, все. Завтра мы куда-нибудь пойдем, что-нибудь поснимаем. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, а мы добираемся до дома.